Я хочу прожить свою жизнь так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот и все. Привет, меня зовут Алексей Корзин. Я путешественник-экстремал, телеведущий и спортсмен. И сейчас я участвую в суперпроекте «Тверти». Так как я с детства любил индейцев, приключения, Луи Буссинара, Майн Рида и вообще кучу такой приключенческой литературы, естественно, я стал забираться все дальше, дальше и дальше. На данный момент я посетил 6 континентов и 106 стран. Естественно, часть денег я трачу своих каких-то, но я и получаю обратно те эмоции, ощущения, те приключения, которые ни за какие деньги вы не купите. В этом и есть интерес мой лично. Я не вижу смысла вообще останавливаться. Кто в этом смысл? Я покупаю эмоции, а не холодильник. У меня нет каких-то там болезненных ощущений от смены часовых поясов. Я ем печеные гвозди. Мне вообще все равно. Но я всего боюсь. Я высоты сейчас боюсь. Я реально боюсь высоты, да. Поэтому прыгаю с самых высоких точек, которые могу найти. Страх-то он никуда не уходит, но суть в том, что просто находиться в его плену как-то не очень весело. Наступить на хвост или подумать? Дай-ка чуть-чуть наступлю, что будет? Ну ладно, лежи, братиш. Вся моя жизнь – это, в принципе, такой кубик Рубика. Авантюра. У меня высокий индекс событийности. Там вчера я греб на марафоне, сегодня я даю на крыше интервью, а завтра я еду выступать на всероссийский блогерский фестиваль. Я желаю тем людям, которые хотят как-то свою жизнь поменять, сказать, что как бы все в их руках. Все только от них зависит, больше ни от кого.